На улице Владикавказской произошло лобовое столкновение двух автомобилей, один из которых не последовал требованию знака «Уступи дорогу». Автомобиль Toyota Corolla Axio движется по улице Владикавказской в сторону улицы Шепеткова. Навстречу ему с Шепеткова движется другой автомобиль, тоже Toyota Corolla. Не обращая внимания на знак «Уступи дорогу», темная Corolla въезжает на перекресток, где уже заняла всю дорогу ее более светлая тезка. Проехать одновременно это место автомобилям не удается, и они на всем ходу въезжают друг в друга. Удар оказывается сильным и настолько, что в Axio даже срабатывают подушки безопасности. Наверняка это оказалось не лишним, если посмотреть, насколько серьезные повреждения получили металлические части каждой из машин. Люди, благодаря в том числе и средствам активной безопасности, не пострадали вовсе. Однако пережитый ими шок не располагал к общению. Поэтому обо всем, что случилось на перекрестке, они предпочитали рассказывать за кадром. В том числе и о том, кто, по их общему мнению, виновен в случившемся. В дорожных спорах самый главный вопрос – кто прав. В ДТП на улице Владикавказской все вопросы снимает всего один знак, который называется «Уступи дорогу». Тот, кто шел по нему, должен был уступить. Этого не сделал. Он и виноват. Так и осталось неясным, чем руководствовался владелец Corolla, пытаясь проехать перекресток первым, и насколько важным для него было опередить своего оппонента. С уверенностью можно сказать, что в этой гонке он проиграл, в том числе и финансово, поскольку ремонтировать свою машину ему придется самостоятельно. На перекрестке по адресу Владикавказская 14/1 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Автомобиль Toyota Corolla двигался со стороны Шепеткова, не выполнил требования знака приоритета и не уступил дорогу Toyota Corolla Axio. Повреждения очень серьезные, в Axio взорвались подушки безопасности, поэтому требуется оформление ПГИ.